спасибо за просмотр. Надеюсь, вам в таком виде понравилось и хотите дальше, чтобы я именно так делал, поэтому напишите в комментариях ваше мнение. Первый раз вот так я решил сделать, так что все, всем спасибо, всем удачи, всем пока, не забываем подписываться и рассказывать своим друзьям о моем канале. Всем спасибо и всем пока.